Многие, наверное, думают, разрезан последний кусок металла, который удерживал корабль на стапеле. Разбилась бутылка шампанского и полный вперед. Капитан трубку покуривает, да по машинному телеграфу разговаривает. Нет, не так это совсем. И когда спустят корабль на воду, еще много работы на нем. Мы ее достройкой называем. Этот траулер, рефрижератор, пойдет на Дальний Восток. На Тихом океане рыбу ловить будет. Вот какие суда строим мы в Ярославле. Не то, что прежде, боржонки деревянные. В океан выходим. Мы-то корпусники. Спустили траулер. Место, стало быть, на стапеле освободилось. Значит, новое судно закладывать надо, чтобы тоже рыбу добывало где-нибудь в Атлантике или на Дальнем Востоке. Ярославские всегда удачливыми рыбаками считались. Значит, и суда наши неплохо послужат.